Все-таки вон тот желтый домик затопленный, я посмотрел. И вот этот участок тоже, который примыкает к самому первому, что я смотрел на видео. Так, ну естественно затопленный этот, потому что они все в низине сюда опускаются. Ну, посмотрим, что хитрый хохол сделал. Ну, он прокопал вот оно вдоль. Вот она, канаву, и она входит в пожарный водоем. Но мысль правильная, да, но вот отсюда все перетекает. Вот она бежит, и скоро у него стол подмоет. Без света будет, дорогой. Так, этот участок тоже в воде. Так, ну отсюда вот оно стекает, получается. Это, скорее всего, второй тот поток, который был рыжий. Вот оно сюда. И бедный забор уже пошел, конечно. Зря деньги заплатили. Так, все все равно с одного тальвига. Просто дорога раздвояется, как я говорю. Ну, течет здесь хорошо. Что здесь хорошо? Ну, забирает здесь вот ложбинку, там видно вода. Ну, ложбинки не всегда есть, там видно. Оно забирает. Но до дороги, наверное, вряд ли дойдет, там повышение большое. Это вот такой вот, как палец высунулся. Поэтому вот там оно и забирает. Здесь можно легко пройти, так что мы пройдем. В общем, там, где мы вчера стояли, уже, конечно, понятно, не постоишь. Ну, вот так вот потихоньку затапливает. Вода будет прибивать чуть-чуть, затапливать, но искать какие-то новые ложбинки. Ну, еще много. За счет площади она, конечно, столько не наберет. Не тот поток.